Всем, ребят, привет! С вами я, Славян, собственно. Собственно, что я хотел вам сказать, ребят. Со стримами, видимо, будет пока покончено. Я не вижу в стримах никакого смысла, никакой радости, никакого потенциала. Я скоро начну блогерскую карьеру. Я предлагаю вам сделать что? Те, кто хочет быть подписан на мой новый канал, поставьте лайк под этим видео и обязательно напишите комментарий. Я хочу отслеживать твой новый проект. Я, ребята, выложу тогда ссылку на свой новый канал, собственно, потому что скоро, совсем скоро, я планирую открытие своего нового проекта, в котором я буду заниматься саморазвитием, работой, модернизацией, пониманием и, соответственно, буду давать какие-то определенные знания вам. Да. У нас будет немножко социальное направление. И немножечко личностное. Ну, по сути, личностный рост. Понимание себя. И все остальные моменты. Так что, ребят, вы заметили, что стримов практически нет на канале. Это не просто так. Это не просто так, это не потому, что я ленивая жопа, и не потому, что я ничего не хочу делать. Вот опять наобещал, но ничего не делает. Нет, ребят. Просто я вижу результат, я посмотрел других стримеров, как бы, и мне очень сильно грузит то, что нужно сидеть по 6 часов в надежде, что кто-то задонатит. Типа, ну нет, они играют, как бы, понятное дело, что многие, как бы, работают из них, и донаты — это у них не первостепенный источник дохода, но меня очень сильно это удручает, на самом деле, то, что, типа, ты сидишь, да, вот, как бы, вот, ну, любая работа должна быть оплачена, да, как бы, я вот вижу, ну, хотя бы рублей 500 в час, ну, вот, стримы, да, вот, и рублей 500 в час, вот, если бы я сидел, стримил 4 часа, получается, час, два, три. Это 2000. Вот 2000 за стрим, ну... Нет, ну у меня такого не было ни разу. Нет, у меня было и 4, и 5 тысяч за стрим, как бы, донатов. Но, опять же, ребят, вы должны понимать, кто мне донатил. И зачем мне донатили? На покупку компьютерных игр, чтобы вместе поиграть. На хорошее настроение, чтобы было все хорошо, ребят. Донатили мне мои хорошие знакомые, с кем мы вместе играли, понимаете? Поэтому не надо говорить легкие деньги. Там кто-то начинает, вот ты типа стримишь, тебе нужны легкие деньги. Я скажу вам, кто так говорит. Встретимся в реале. Я вам покажу, где легкие деньги вы можете заработать, и вы пройдете там их зарабатывать. Потому что, ребят, поверьте, стримы — это не легкие деньги. Стримы — это большая работа с аудиторией, во-первых. А во-вторых, стримы — это кайф. То есть тебе должно переть от игры, от происходящего в этом мире. Ты должен радоваться, понимаете? Радоваться. Если этого нету, если ты сидишь просто как тупой огрызок говна в надежде, что тебе что-то залетит, как бы, это уже бред. Понимаете, к чему я это все веду? Вот, я это веду к тому, ребят, что вам не нужно думать
о том, что стримы — это легкие деньги. Да, я не спорю, кому-то за стрим 300 тысяч залетает, кому-то незаслуженно миллионы, да? Как вы считаете, незаслуженно? Мне лично пофигу. Вот, кто отслеживает стримеров, понимает примерно, о ком я разговариваю. Вот, я не считаю такие деньги незаслуженные, легкие, тяжелые, знаете, типа у всех свои, как говорится, пути, свои временные границы, в которые они заработают деньги, потеряют деньги, найдут деньги, станут лучше, станут родителями и так далее, понимаете? У всех свои временные границы, временные рамки. Поэтому очень неправильно считать то, что кто-то там что-то заработал. Ну, типа, вот кто говорит легкие деньги, ребят, вот вы сами сядьте, постримьте в течение года по 5 часов без донатов и без аудитории. Ну, если у вас, конечно, она наберется, это круто. Но большинство не набирается. Ну, то есть, как бы вам нужно будет где-то покупать рекламу, с кем-то кооперироваться, делать ролики, шортсы и прочее. Понимаете, о чем я? То есть это большая работа, и вы должны иметь изюминку, харизму, тембралику голоса. Понимаете, о чем я? Если у вас всего этого нет, вы всего лишь, сука, обоссанный кусок озлобленного хуильного говна, ссаного, никому не нужного, думающего, что, типа, оно чего-то стоит. Но на самом деле, как я сказал, именно в стримах такие люди не стоят ничего. То есть, если у тебя нет изюминки, если ты сидишь... Фу, блин, я не знаю, кто... Не, ну некоторые таких смотрят, ладно, признаюсь. Некоторые таких смотрят и... В целом, даже плюс-минус в каких-то пропорциях успешно. Опять же, ты должен что-то рассказывать, чем-то делиться со всей душой, вкладывать душу свою. А многие такие люди, которые говорят: о, пошел стримить, легкие деньги, да вообще не понимаю те, кто дано. Ну, это просто куски хуйного говна, я считаю. Нет, они, может быть, люди-то неплохие, как бы, но именно в пропорции к стримерам, для стримеров, ну, это совсем, как бы, неподходящие люди. Вот, то есть, как бы, если у вас есть такие знакомые, которые говорят, что вы ничего не достигнете как стример... Вот. То, ребят, ну как бы сорян, но вам лучше таких знакомых не слушать. Потому что, во-первых, они не стримеры. То есть запоминайте, если вы хотите сами стримить, вы должны слушать свое сердце. Вот, слушать свое сердце и лучше меня, конечно же. Во-первых. Если вы хотите стримить, вам нужно понять, какие уникальные у вас есть особенности. Качество, харизма, позитив, там зубик у вас не так вырос, вы улыбаетесь, и вот этот зубик видно, и люди цепляются, им нравится, это же так мило. Понимаете? Вам надо каждую деталь своего образа прорабатывать. Вот, я, конечно, могу вам какой-то тренинг личный сделать. 4000 рублей, 1 час занятия. Вот. Ну, как это сколько получается, 4000 рублей? 50 баксов, 1 час занятия. То есть мы сидим, разбираем все нюансы. То есть у меня немножко видение наработалось. В
принципе, можем что-то с этим поделать. Возможно. Это, конечно, не точно, но может быть, возьмусь. Не знаю, я пока думаю. Вот, пока у меня в процессе, так скажем, размышления все. Так что, смотрите, насчет стримов. Настроить микрофон, поставить веб-камеру, купить компьютер более-менее мощный, чтобы тянул игры, которые вам нравятся, которые люди захотят смотреть. Плюс вы должны это рассказывать интересно, вот, чтобы в каждом именно видео и в каждом шортс человек отслеживал именно сюжетную нить, понимаете? Вот тогда будет круто, тогда будет классно. Опять же, люди к вам привязываются. Люди к вам привязываются. Если вы регулярно выпускаете стримы в одно и то же время, люди смотрят это. Кстати, если тебе нравится этот видос, ты можешь мне задонатить. Карта Сбера валяется где-то там, циферки найдете. Вячеслав, да, Славян зовут меня. Ну, либо донатью на Алерц там. Вот. Ну, лучше на Сбер, конечно. Ну, можно и на донатью на Алерц. Вот. Короче, что я хотел сказать. В общем, если хотите стримить, путь открыт. Как говорится, двери всегда открыты. Стримеров очень много сейчас. Стримеров огромнейшее количество, но это не говорит о том, что новые звезды не рождаются. Наоборот, в таком огромном количестве стримеров люди хотят видеть новые звезды, новых интересных, классных людей, которые пишут интересные сценарии, которые рассказывают интересно, у которых тембралика голоса приятная, внятная, либо шепелявая еще как. Ну, лучше, конечно, не шепелявая, но можно чуть-чуть картавенько, либо как-то изысканно разговаривать. Понимаете, о чем я? То есть, двери открыты. То есть, но опять же, нужно понимать, что не сразу все это. Не сразу. Некоторые годами идут. И вы, в принципе, знаете, о ком я, кто смотрит стримы, отслеживает. Можете посмотреть самые известные летсплееры, стримеры, как бы, да. То есть, поэтому я говорю, лучше. Летсплей, шортс, стрим. Летсплей, шортс, стрим. Вот, собственно, к чему я это все говорю. Скорее всего, я стримить сейчас вообще не буду. Я не вижу в этом никакого, абсолютно никакого смысла. Буду заниматься контентом. Ребята, пишите комментарии, которые вы знаете, что писать. Это было у нас в начале видео сказано. Ставьте лайки обязательно. И, в принципе, посмотрим. Контент я буду делать более-менее регулярно, да. Я камеру купил. Вот, камеру купил. Но, правда, формат видео записывает она не такой, как у меня программа может воспроизводить. Ну, это ладно, это я разберусь. В принципе, можно и на смартфон записывать. Короче, к чему я все? Мы, ребят, будем с вами делать контент. Будем развиваться, будем саморазвиваться, как Морфеус из Матрицы. Ну, либо как Нео. Вот, и все будет прекрасно. Все будет прекрасно. Просто мне надоели стримы. Я удалил аккаунт в этом, в Телеграме. Ой, в Телеграме, в этом, как его... На Трово аккаунт постап я удалил. Ну, не удалил, точнее, я из него вышел. Вот, у меня остался мой аккаунт Шуариум. Ну, в принципе, вот. В принципе, как-то так. Не знаю, стримить я не хочу.
Пока я не готов ни морально, ни физически, ни аудиториально, потому что у меня нету аудитории. То есть, если бы у меня была целевая направленность именно стримы, летсплей и прикольно, классно проводить время, то в целом, да, в целом ок. В целом, я думаю, я бы так и делал. Ну, как описал ниже. Вот. А у меня сейчас немножко другая, ребят, ну, точнее, сильно другая направленность. Она будет нацелена на благо. Да, на благо. На благо всех, кто будет смотреть. Да. Ну, самое главное, на мое благо. И плюс я буду стараться максимально каждому, так скажем, чтобы было полезно. Вот, так что, ребят, можно сказать, переходим на новый этап развития, на новый виток развития. Вот, поэтому, кто со мной, тот ставит лайк. Кто не со мной, тот лайк, соответственно, может и не ставить, потому что вам это не нужно. Так, что я еще хотел сказать? Да вроде бы, в принципе, все. Контента я буду на новый канал скоро делать. Над контентом я работаю. Я работаю над собой последний... Ну, как последний, наверное, плохо сказать. Над собой я работаю вот эти 3 месяца, пока стримы у нас плюс-минус с практически нулевой периодичностью выходят. Вот, поэтому, ребят, поэтому что я хотел сказать? Я хотел сказать то, что вы должны беречь себя и своих близких, жить в радости, жить правильно, лояльно, я бы так сказал. Вот, получать определенный смысл правильный от каждой жизненной ситуации и быть благостными. Ну, это типа мое мнение, как бы, вы можете к нему не прислушиваться, но в целом это достаточно неплохое мнение, я считаю, вот, потому что, да, ну, так будет просто более приятно, я считаю, более правильно. Хотя у каждого свой путь, и как бы, да, то есть я буду своих детей воспитывать, когда они появятся, если появятся. Вот, ну, в любом случае, благо это шикарно. Я на своем опыте убедился, это лучше, чем злость, лучше, чем зависть. На самом деле, да, потому что злость и зависть, они разрушают. А завидуем, в принципе, мы все. Рано или поздно, в какой-то ситуации, там, не знаю, другу купили iPhone 14 Pro Max, а ты со сраным Samsung A20... первым, там, не знаю, типа совсем с какашечным, типа ты такой, блин, я хочу тоже iPhone, чё, я хуже его, что ли? Да у меня вообще по биологии 5, а у него 3, да какого хрена? Ну, вы понимаете, да, ребят? То есть оно как бы у всех, вот, а благо, реально, ты такой настраиваешься на благо и говоришь, блин, прикольно, хорошо, мне нравится. То есть, да я достигну сам всего. То есть, вот я сказал, я достигну, ребят, сам. Вот, я достигну. Я делаю новый проект, развиваюсь, меняюсь, улучшаюсь. Кто хочет, чтобы помог как-то с контентом, час 50 баксов, ребят. Посидим, разберем, обдумаем. В принципе, возможно, поможет. Возможно, нет. Но мы хотя бы разберем. У меня как бы... мыслишки есть. Потому что я сам стримил. Можно подумать, например, как все грамотно расписать, грамотно все расставить. И буду как-то направлять, за ручку держать, так скажем. Вот. В принципе, если будет получаться, ну, прекрасно. Если нет, ну, куда деваться? Куда деваться? Хотя бы попытаемся. Ну, в любом случае, вот, я сейчас тоже хожу на платные тренинги, 6000 рублей в месяц это стоит.
тренинги по личностному росту, поэтому, ребят, как говорится, я развиваюсь, я буду давать тоже материал определенный. Всем хорошего настроения, благ, здоровья, позитива, любви. Обнимаю, целую, ну, только, ну, вы понимаете, кого-то. Вот, всем мужикам руку жму от души, душевно в душу. Всем спасибо. Берегите себя и своих близких. И дай бог, до новых встреч. Это достаточно долгий выпуск. Достаточно много всего сказал. Без нарезок, без обработок. Всем пока.